Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы поиграем в симулятор волшебника. Очень интересная штука, достаточно кровавая и забавная. Итак, ух, нихера себе, ух, нихера себе, засосал, это куда? Ух, ну окейшки, в каком-то мы странном мире находимся. Интересно, а можно здесь вообще играть с геймпада, не знаю. Надо будет узнать это. А, кстати, А, понятно, то есть, чтобы пройти на следующий уровень, нужно, как бы, ключик взять. Окей, замечательно. Не, управление достаточно... А, управление, то есть, можно здесь, получается, еще и ВСД, и стрелочками. Это вот очень удобно. Это очень удобно. И обратите внимание, листочки, да, под ногами. Подходим, бац, они, как бы, получается, сваливаются. Это круто, это очень круто. Ну, вот, банальный пример, да? Просто волшебника разорвало на части. Это нормальное явление, поэтому особенно... Так. Оц! Замечательно. А можно... Почему-то нельзя вниз... Вот, обратите внимание. Вот так вот можно сделать, да? Вот так. А вниз таким же способом нельзя перепрыгнуть, что как бы немножечко непонятно. You like girl to save the princess man. Понятно. А, блин. Окей. Оц! Эх ты, падла. Подонок. Подонок. Осторожно. Аккуратно. Ну, я думаю, что с каждым уровнем игра будет становиться, блин, мать его за ногу. Все сложнее и сложнее. Но это нормально. Ай! А, аккуратно, ладно. Более-менее мы поняли суть. И это самое важное. Стоп. А... Теперь ты пала, нам нужно было обратно вернуться. Хорошо. Ать. Не, ну слушайте, это какое-то безобразие. Но, опять же, вот я вот ругаюсь в данную игру, а мне это нравится. Мне нравится то, что она немножечко хардкорная. И все время какие-то новые испытания предоставляет нам. И это весело. То есть, когда игра говорит вам, что вам будет не очень легко проходить ее. Это о многом говорит. Это ее положительно характеризует, опять-таки. Отлично. Отлично. Yes. Хут. Мать вашу. Ты. Все аккуратно. Вот это уже сложно, скажу вам. Серьезно. Понятно. Спасибо. Эй, осторожно, блин. Аккуратно. Юки. Вот. Ай. Стоп. Вон где ключик. Я что-то сразу не приметил. Ну, теперь знаем зато, блин. Зато мы теперь все знаем. Нет, однозначно в эту игру нужно играть на геймпаде. Потому что, блин, тут не все так просто, как могло показаться. Изначально. Давай. Это больно. Это больно. Это больно. Ты падла. Вот единственное, что мне здесь пока что не нравится, это звуки. Звуки, когда наш волшебник сталкивается с этой пилой или шестеренкой. Ну, по-моему, нет, по-моему, это все-таки больше пила. Это не очень круто. Но что поделаешь? Ага. Вот, замечательно. Окей. О. Кстати, вот эта штучка, это отсылка к Супер Мэт Бой. Там девочка розовая. Она бывала тоже так глючила. И когда мы к ней подходили, то могли попасть в другое измерение. Что прикольно, по-моему. Спасибо. Спасибо. Понятно. Тоже не прокатит. Не, ну окей. Ты что, как? Как тебе перепрыгивать-то надо? Хрень ты, паскудная.
Аккуратно. Да чё? Я же все сделал правильно. Иди ты. Иди в попу. Мать твою. За ногу. Я же все сделал как надо, что за падла вытворяешь ты, мать твою, за ногу. Интересно, тут прогресс игровой сохраняется, то будет обидно, если не сохраняется. Потому что это сложно. Так. А, все отлично. Ай, ты падла. Ну вот все, более-менее такой легкий уровень получился. Ух ты, падла. На, нормалек. Все время что-то новенькое. Еще какой-то хрен там стреляет из какой-то пуколки. О, даже так. Интересно, слушайте. И как этот вопрос решать нужно? Нормалек. А, игрушка, кстати, совсем недавно вышла. Эй! Не ожидал, что она такая прикольная окажется. Вот. Как же тут это все... Блин, сволочь. Ты падла! Нет. То есть... Блин. Мать твою за ногу. Ну давай. Ты ж тка... Ты, блин. Сволочь. Один раз можно прыгнуть? Нет. Или можно? О, вот. А-а-а. Можно, то есть. Да! Чтобы... Я уже начинаю путаться в этом во всем. Осторожно. А давай. О, да. Еп. Так, нет, слушайте, это уже это серьезное уже заявление. Это нужно из принципа пройти просто, как же это так. И мне интересно, а сколько здесь всего уровней у этой. О! У этой хардкорной штуковины. Эй! Эй, блин. Не, сюда, конечно, бы крови побольше вообще получилось бы шикарно тогда. Я вам серьезно говорю, честное слово. Как? Не понимаю. Я же все сделал правильно. Как положено. Сволота. На. Еще раз. На. А, все. Ай, тихо, сволочь, прям по попке прошлось. Не, все-таки я думаю, что нужно двойной прыжок делать. Второй раз. И. Да, не успел. Еще раз попробуем. И вот так. Ага. Что было, блин, так близко. Мать вашу, за ногу. А, блин. Да. Так. Да что нужно раньше времени прыгнуть? Ну зачем? Ну, ура! Ай! Так. У ёлки. А тут как быть? Как тут быть, слушайте? Правда тролло. Чувак, это какая-то сложная задачка. Попал. Попал. Окей. Окей.
Окей. Так, осторожно, падла железная или какая-то там, вообще пофигу. Ты моего персонажа тюкаешь, скотина. Скотина! Твою... Да все же было четко. Че не так-то? Иди! Вон туда. Да что б тебе, я же все правильно сделал, так как ты упал-то? Как ты попал на эту же хрень железную и острую, несомненно? Вот. 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 Ай, близко, близко. Как, слушайте, как мы обратно будем возвращаться? Только сейчас об этом подумал, что-то. Я не знаю. Вот так. Вот так. Вот. Вот так. Ай-яй-яй. О-ля-ля. Вот, отлично. Фух. Да уж. Что ж, друзья, давайте тогда мы на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.